наши дорогие волшебники, наши дорогие жертвователи. Вот теперь у нас в офисе появилась вот такая коробочка храбрости для желающих принести подарочки для наших подопечных и для детишек, которые находятся в больницах нашего города. Мы это все складываем вот в такие большие пакеты и отвозим в больницу. Сегодня мы едем в первую городскую больницу города Санкт-Петербурга. А коробочка, она уже пустая и ждет, чтобы добрые волшебники заполнили ее. Спасибо вам огромное. Ну что, поехали?